все заметили, поэтому сюжет то, что я сделал очень много хорошего в этом году, дорогие друзья. Ну что же, мы с удовольствием передаем новогоднюю эстафету Владу Кадоне. К слову сказать, он тоже в этом году нашел свою любовь. А я хотел бы обратиться к вам, дорогие участники. Скажу честно, мне в 21-м году, вот лично от вас, от вашего поколения, не хватило любви в уходящем году. Я надеюсь, что в 22-м